Новые ограничения в Грузии. С 28 ноября по 31 января закрываются кафе и рестораны. В 8 крупных городах, в том числе Тбилиси, прекратит работу общественный транспорт. Эпидемическая ситуация ухудшается. Ежедневно в стране фиксируют от 3 до 4 тысяч случаев заражения коронавирусом. И на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Михаил Рабакидзе. Михаил, здравствуйте. Расскажите подробнее об ограничениях. Камила, добрый вечер. Ну, главная цель ограничений – это, конечно же, сокращение мобильности населения. Поэтому в списке под номером 1 – это запрет на работу городского транспорта. Во всех крупных городах встанут автобусы и маршрутные такси. Ну, а в грузинской столице к этому списку добавляется еще и подземка. Государственным учреждениям и частным предприятиям рекомендовано перевести большую часть своих сотрудников на удаленку и сократить рабочий день. Согласно нашим решениям, запрет на передвижение теперь будет с 21 часа до 5 утра, вместо действовавшего запрета с 10 вечера до 5 утра. Это тоже позволит сократить мобильность. Тем не менее, в период праздников Нового года и Рождества эти ограничения будут временно отменены. В обычном режиме будут работать гастрономы, супермаркеты, естественно, аптеки, а также аграрные рынки. А вот крупные торговые центры временно закроют, хотя они могут реализовывать свою продукцию через интернет. Что касается объектов общепита, то они не смогут принимать временно посетителей. Объекты общепита будут работать на вынос. У нас хорошо организована служба доставки, и она будет функционировать весь этот период. Спортивные клубы, тренажерные залы и фитнес-центры прекращают работу. Тем объектам, гостиницам, ресторанам и кафе, которые расположены на территории курортов Бакурьяне, Гудаури, Годерди и Горсванети, работать не разрешено. Что касается гостиниц, только они могут открыться для того, чтобы принимать ковид-больных в режиме обсервации. Что касается учебных заведений, то они остаются на удаленке пока что на неопределенный срок. Камила? Спасибо. Михаил Рабакидзе о новых ограничениях в Грузии. Они вступят в силу 28 ноября.